Так, мы приехали во фруктах. Всем огромный привет. Начинаем свой обзор именно в жилом комплексе фрукт, потому что много у нас здесь квартир, есть что показать. Но другие квартиры я вам показывать не буду, покажу одну, поэтому потерпите, те, кто не любит наши фрукты, да, с такой классной домовой территории. Вот, покажу, которую мы уже заканчиваем. Вот, хорошая планировка, мне она очень нравится. Вот, мы ее сами разрабатывали, поэтому я думаю, что вам зайдет, поэтому посмотрите. Вот, и планировочное решение, которое мы делаем в подарок, как мы его сделали, тоже посмотрите. Понравится, не понравится, напишите в комментариях. А дальше у нас есть потолочник, Денис его зовут, он тоже снимает классные обзоры и рассказывает по потолкам. А также у нас есть Павел Электрик, который рассказывает свою работу. И у каждого есть что вам рассказать и поделиться. Поэтому прожмите лайк, подпишитесь на канал и давайте уже смотреть. Так, лимон у нас 91-й. Здесь мы уже на финише. Квартира полностью уже с ремонтом. Вот сейчас у нас Илья тут устанавливает водонагреватель. Везде вся фурнитура уже установлена. Есть ванна, такой белый душ. Есть у нас вентиляция. Вот этот вот нагреватель устанавливают. Заказчики уже установили вот такую вот перегородочку. Здесь вы видите уже вот такая красивая люстра. Это обеденная зона здесь будет. Вот это вот кухня. И дальше спальные комнаты пошли. Спальная комната раз. Вот с таким вот, с такой люстрой интересной. Здесь будет двухспальная кровать. Прикроватная еще будет стоять бра. Выход на балкон. Есть телевизор. Все комнаты, получается, изолированные, то есть закрываются дверями. Так, следующая комната уже посветлее, она с объединенной лоджией. Смотрите, здесь вот такая вот люстра. Видите, по-разному можно включать, очень симпатично. Смотрит, сейчас устанавливают уже плинтуса МДФ. Вот, здесь у нас такие поклеенные обои. Мне очень нравятся такие обои. Очень симпатично смотрится. Достойно. Вот. На полу кварцвинил. Вот. Вот такой вот сейчас вид. У нас наконец-то вылезло солнце после дождя. На придомовую территорию. Это 12 этаж. Вид получается на море. Хороший. Вот. И еще одна комната, в которой тоже сейчас мастер устанавливает. Поэтому не обращайте внимания на беспорядок. Все уберется. С двумя уже люстрами и вот такой вот дверью, которая закрывается. Здесь уже приняли решение, что дверь будет прозрачной, ну как она, матовое стекло, ну чтобы попадал сюда солнечные лучи, ну чтобы более-менее вот эта вот зона была обеденная, да, светлая. Вот также здесь, видите, какие люстры. Одного цвета. И получается спальная комната с двумя окнами, светлая, классная, очень хорошо подобрали серые вот эти оттенки, светло-серые. Вот. Это отличный вариант, ребят, под сдачу в аренду, потому что планировка всего 45 квадратных метров. Вы обратите внимание, насколько грамотно мы предложили и разработали планировочное решение, объединяя вот этот балкон, который был, получается, отдельный, да, здесь в квартире два балкона, и чтобы было более полезно, да, площадь, здесь вот будет стол стоять, может быть, чем-то можно заниматься, и спальня все отдельные, то есть, да, кухня, она расположена здесь, можно сделать ее там, и будет отдельные две спальные комнаты, можно сделать проходную комнату, одну из спальни. Но здесь как вариант, то есть для людей, возможно, тех, кто захочет снимать, например, квартиру, да, и у кого двое детей, там, разнополые, например, это как вариант иметь раздельные комнаты. Поэтому я считаю, наиболее удавшиеся вот из планировок в жилом комплексе фрукт, именно вот выделю эту, потому что, да, здесь есть проходная кухня, но зато никаких бесполезных коридоров, которых вы заплатили. Стоимость квадратного метра здесь под 400 тысяч за квадрат, поэтому
это наиболее получается такая, самая удачная. В общем, оценить ремонт мы, в принципе, уже заканчиваем. Остается нам на сегодня доделать кое-какую мелочь, и все. И мы закончили ремонт здесь. Будем сдавать заказчику полностью квартиру, которую он может уже использовать по своему усмотрению, переезжать, завозить вещи, устанавливать мебель и наслаждаться уже квартирой, готовой с ремонтом. Вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вот эта планировка. Я очень долго ждал, пока мы ее до конца завершим, для того, чтобы вы оценили, как она уже по-практически будет. Что вот где телевизор, где будет столовая, как будет выполнена кухня, как сделан санузел, ну и как выглядят, в общем-то, сами спальни. Я думаю, что вам это понравится. Ну и обращайтесь к нам, если вам нужен ремонт, мы с удовольствием вам поможем. Такой шикарный вид. Видно море, горы. Сейчас идет красивый закат, он немножко в стороне. И когда видишь эту красоту, не всегда ее ценишь. У меня есть знакомый в Москве, он очень часто приезжает в Сочи, но не покупает здесь квартиру, хотя есть возможность. И когда я задал ему вопрос, почему ты не переезжаешь в Сочи, он сказал, что если я перееду в Сочи, я перестану ценить эту красоту. Вот для жителей этой квартиры, ЖК курортный, уникальный шанс. Открывается хороший пейзаж на горы, море, закат и так далее. Я думаю, что они будут ценить эту красоту. Желаем им скорейшего переезда в Сочи. На данный момент мы уже закончили этап. Следующий — это этап электрики. И сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Немножко дальше пойди. Сейчас мы будем проверять работоспособность. Начнем розетки. Работают. ТВ-зона работает. Одноклавишные выключатели на освещение, соответственно, тоже работают. С этой стороны здесь будет кровать, ТВ-зона напротив, прикроватные тумбочки, бра первая работает, розетка есть, кондиционер для комфорта тоже есть. Еще одно бра есть, точно так же розетка есть. Пройди сейчас вот сюда. Так, здесь у нас зона кухни, розетка работает. Здесь трехклавишный выключатель. Я начну сейчас отключать, по одному и включать. Первая клавиша, вторая клавиша. Ай. Бывает третья клавиша. Все работает. То есть две зоны освещения и подсветка. Рабочая поверхность работает. Варочная. Кабель 3×4 силовой. Работает. Духовой шкаф. И вытяжка. Напротив у нас есть розетка. Над щитом у нас располагается роутер. Есть. Так, дальше пропустил. Точно. Микроволновка и холодильник есть. Дальше. Здесь при входе у нас. Так, теперь вставай, перейду. Здесь у нас внизу есть розеточка еще. Освещение. Две группы света. Это первый свет, это у нас раз. И вентилятор два. Внизу теплый пол. Работает выключатель на основное освещение коридора. Работает. Заходим сюда. Здесь у нас есть полотенцесушитель, прямое питание на зеркало, внизу под стиральную машину и еще техническая розеточка на бойлер, скорее всего. Такая маленькая, красивая, уютная квартира ЖК «Курортный». Это у нас Адлер. Всем хорошего дня, цените красоту вокруг.
Всем добрый день, записываю обзор на дизайнерские натяжные потолки в квартире Абрикос номер 16. Весь ремонт здесь также выполнен по дизайн-проекту, наш дизайнер Виктория. Ну и вот посмотрим, что получилось. Значит, во всей квартире практически у нас парящий профиль, установлен рассеиватель, что придает мягкое свечение у светодиодной ленты. В коридоре здесь у нас пожарные датчики, спрятанные под такими магнитными решетками. Решеточку убираем и доступ к пожарному датчику. Блоки питания выведены в специальный щит с металлической основой для лучшего охлаждения блоков. Так, далее санузел. Здесь у нас теневой профиль Еврокраб. Самый лучший на данный момент, что есть. Черные светильники. Здесь у нас зона кухни. Также парящий профиль идет. Была выполнена закладная деталь для того, чтобы могли декоративную перегородку закрепить к потолку. Кухня у нас уходит в потолок. Парящий профиль примыкает к ней. Люстра. Плафончик лежит на. Видимо, лампочки нету. Так, далее. Здесь у нас тоже парящий профиль в зоне гостиной. Вот такая интересная люстра. Металлическая закладная для откатных дверей. Зона спальни. В зоне спальни у нас тоже имеется парящий профиль. Видимо, он здесь включается. Да. Дополнительно поставили карниз однорядный алюминиевый, чтобы можно было шторкой отгородиться от зоны гостиной. Вот здесь балкон объединенный с общей комнатой и вот такой шикарный классный карниз утопленный. С черным бортиком, в сочетании с черными светильниками и теневым профилем смотрится просто шикарно. Что у нас здесь еще есть? Гардеробная. Здесь один светильник у нас потолочный. Ну и здесь обычное примыкание с резинкой по периметру, без всяких излишков. Посмотрите в целом, какой ремонт получился. Окрашенные стены. Такой светлый керамогранит. Все материалы, все подобрано со вкусом. Все гармонично. Мы довольны результатом. Оцените наши потолки, оцените ремонт. Так, ребят, ну, на этом у нас уже все. Давайте подписывайтесь на наш канал, смотрите следующие видео, ждите следующих видео. У нас, наконец-то, погода разладила, солнышко вылезло, но ветерок. Поэтому снимаем сейчас в машине. Смотрите следующее видео. По остальным объектам в жилом комплексе «Фрукты» мы снимем еще одно отдельное видео, поэтому будем более подробно показывать, какие у нас здесь успехи. Если у вас здесь есть квартира, то можете к нам обращаться. У нас черновой ремонт здесь дешевле, чем в стандартном ремонте, потому что здесь есть стяжка пола. Вот. И мы готовы его сделать за 14 тысяч за квадратный метр. И туда будет включено еще планировочное решение, которое мы делаем на все объекты. Удачи! Подписываемся, лайк поставьте нашей работе. Пока!